Президентские спортивные игры проводятся ежегодно для учащихся 5-11 классов. Программа игр включает в себя обязательные и дополнительные спортивные виды спорта. Волейбол, баскетбол, легкая атлетика, настольный теннис, спортивное ориентирование, спортивный туризм и футбол. Каждая команда девушек и юношей должна принять участие во всех обязательных видах программы. Участие в дополнительных видах допускается по желанию. В этом году ввели два новых вида спорта – спортивное ориентирование и спортивный туризм. Всего играло 14 команд. Состав команды состоит из 12 человек – 6 мальчиков и 6 девочек. По результатам соревнований по настольному теннису команда девушек в составе Виктории Оксариной, Полины Лукиной, Варвары Козуляк заняла 3-е место. Кристина Снытникова в личном первенстве по метанию мяча взяла 3-е место, а также 2-е место в спортивном ориентировании. Хороший результат показали команда девушек по легкой атлетике и команда юношей в игре по футболу, занявшие 4-е место. Всем призерам и победителям в личном и командном зачетах вручили кубки, медали и грамоты. Администрация школы выражает большую благодарность родителям и детям за их подготовку, а также благодарит за оказанную помощь преподавателя Марину Стасюк.